Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Перед нами устройство Oppo A96, и сейчас я покажу, как на этом устройстве изменить язык клавиатуры. Открываем приложение настройки. Выбираем любое место, где можно вписывать текст. Нажимаем на шестеренку. Нажимаем языки. Добавить клавиатуру. И выбираем, какую клавиатуру мы хотим добавить. Например, абхазскую. Нажимаем «Готово». И видим, что у нас есть английская, русская и абхазская клавиатура. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.